те неудобства, которые были, ну, причинялись нашим жителям при подаче теплоносителя, да, нормального качества, а точнее отсутствия такового. Вот они сделали перерасчет, как мы с вами тоже уже говорили, 605 домов, где там 111 были полностью, так сказать, исключены из платежи за тепловую энергию потребленную, да. Эта цифра была, ну, практически, может быть, она и коммерческая, может быть, ее не сильно надо афишировать, но тем не менее, порядка 35 миллионов за месяц. То есть здесь говорить о том, что 49 миллионов, это там 50, это много или мало, вот я вам маленький пример привел, что это достаточно на первое полугодие на вот рост предельного вот этого индекса. А после того, как они землю оформят, снова будут требовать тариф пересмотреть, чтобы повысить? Ну, понимаете, как... придется земельный налог платить. Конечно, если они будут оплачивать, это же их инвест-программа. И, скажем так, при защите тарифной политики, естественно, вся затратная часть, то есть должна сложиться себестоимость этой тепловой электрической энергии. А на нее влияет масса факторов, в том числе вот как раз и это. Но учитывая, что тарифная политика меняется одновременно и не только в городе Балаково, по всей стране, и учитывая, что в Саратовской области, вот там в городе Саратов, в городе Энгельс, как мы всегда примерно, скажем так, сопоставляемся, да, вот, то там тепловая энергия стоит больше 2000 рублей. То есть, соответственно, у нас где-то порядка 30% тепловой энергии дешевле, в том числе, значит, затраты на подогрев, на горячую воду.